Режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса – повод усилить меры безопасности. Поверхности горок, поручни и перила специальным раствором коммунальщики тщательно дезинфицируют буквально каждый сантиметр детского городка. Спустя 5-10 минут после обработки детской площадки наши детки могут идти гулять на площадке. Даже если этого времени не хватит, чтобы средство полностью испарилось, реакции при попадании на кожу не будет. Препарат, которым обрабатывают поверхности детской площадки, абсолютно безопасен, не вызывает аллергии ни у взрослых, ни у детей. Родители могут выдохнуть. Теперь играть с детьми на площадке можно гораздо чаще и точно не стоит беспокоиться о микробах. Я думаю, что это здраво очень и даже мудро, ну, как бы такие вещи проводить. Здесь также присутствует количество большое людей, детей, поэтому я думаю, что это адекватно. На сегодняшний день в городском округе Химки более 600 детских площадок. Власти уверяют, каждую будут дезинфицировать ежедневно до тех пор, пока опасность заражения коронавирусной инфекцией не пойдет на спад. Нина Бережная, Николай Забродин, новости Химки ТВ.